В галерее Университет культуры открылась выставка «Графика плакат». Она посвящена 75-летию Минского государственного художественного колледжа имени Глебова. В экспозиции около 100 лучших работ выпускников и учащихся учебного заведения. Представлены линогравюры, посвященные Минску. Можно увидеть графические работы. Изображены философские, пейзажные, сюжеты, натюрморты. Часть работ создана в рамках проекта, посвященного 500-летию Франциска Скорины. Также здесь представлена графика, выполненная в качестве иллюстраций к произведениям белорусских литераторов. Все работы выполнены очень молодыми, зачастую начинающими художниками. Для меня лично графика как техника очень интересная, близка. Она более тонкая, она требует пристального внимания и такого внимательного рассмотрения зрителям всех деталей. Можно увидеть очень интересные вещи и рекомендую всегда подумать, что пытался автор сказать. Работы представят и в других городах. Кстати, это не единственная экспозиция, посвященная юбилею колледжа. Еще одну серию передвижных выставок запустят в Могилеве.